Вы обратили внимание, что я немножечко одет не так, как обычно ведущие. На мне нет пиджака, костюма, рубашки, блестящих туфлей. Андрей Трубин создал свой моноспектакль к 215-летию Николая Васильевича. Он попробовал представить альтернативную судьбу писателя, например, как еще он смог бы реализовать свои таланты. Вот образ ведьмы напишу в своем творении. Старуха дряхлая с ужасной гнусной миной. А образ паночки — ее перевоплощение. Тут красота твоих очей и губ рубинов. Я не страшусь того, никаких оказий. Мы нарожаем деток где-нибудь с десяток и называй их хоть ворух, хоть ворохаси. Пока любовь в семье есть, будет и досада. Автор провел викторину, посвященную творчеству Николая Васильевича. Гости охотно отвечали на вопросы, проявив познание в творчестве и биографии писателя. Блестяще! Блестяще! А как это говорит Пашмашкин, совершенно верно! Да-да-да-да! Именно так! Он писал, не останавливаясь, его не волновало ничего, он обожал буквы. Более того, когда ему попадалась его любимая буква, он немножко даже вздыхал от удовольствия, насколько он был погружен в вот это написание текста, переписывание текста. По словам автора моноспектакля, задача этой встречи со зрителями – заинтересовать их до такой степени, чтобы заставить перечитать произведения классика. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.